Сегодня у нас 3 апреля 2019 года. Я во дворе у себя. А вот Володя отправляет книги в Ирландию. Вот. Попросил там грузин православный Библию купить, полную православную. А я пришел здесь в лавку церковную, а тут 4 раза по благословению патриарха Алексея II 2 и 2 по благословению патриарха Кирилла. Ну вот этой книги мы уже их завернули, ну видать. Вот я показываю, видно, что это православные. 4 книги, 4 Библии. Вот крест хороший вот здесь, вот, а тут вот как-то не так вот. Вот здесь хороший. 4. Дальше что? К истину православию. И 4-3-томник. Вот. Ну, все 3 тома Нового Завета. Это нами изданы с полным толкованием. Вот оно как. Видите, какие наши книги. С закладками. Все сшитые. И 240 картин Гюстава Доре мы сами раскрасили. Полное толкование. Вот оно как. То есть такое издание, полное, с откровением толкования, не было за 2000 лет ни в Западной, ни в Восточной Церкви. Ну и святые Евангелия несколько. И притом отдельные наши визиточки туда же. Алтайская миссия, старые газеты, тут новые. И у меня отдельно выходили тут о крещении. Это вот в одну коробку Володя отправляет. Все, можешь складывать. 4 Библии, полные, по 77 книг. Неурезанные, как вот делают еретики, там сектанты разные. Церковь Христова никогда книги не выбрасывала. Апостольское 85 правило перечисляет там Маковейский, Сирахов. А это безумие одно. 11 книг оторвали и бросили. Они канонические. Да кто вам сказал? Вы же все взяли это. К слову, канон вам и не принадлежит. Сектанты, это они неблагоразумные, неблагодарные. Потому что канон из 20 Евангелий оставили 4. Православная церковь, соборы. Издание сохранили 2000 лет. Все, готовые пришли, 11 оторвали книг, и мы святые. Ну, не утрирую, это именно так. Вот все складывает. И все отправляем. Повторяю, Ирландия. В Ирландию православному грузину. Он узнал по интернету. А до этого из Великобритании тоже уже получил. Из Латвии человек. Из Латвии и Великобритания, это в Ирландии. Вот наши эти книги. И поэтому те, которые что-то, ну, хотят там, не хотят, а все время вокруг меня пляшут. Свистопляска это. Вчера показал, я, ну, вроде бы убирал всякие маты, но вчера как-то поставили так, что система показала. На моем ютубе дополнительно еще 1500 система сама эти закрыла, матершинные. Безбожные слова, такая ненависть кипит. Матерки, 4 слова в предложении, 3 из них матюганные. Представьте, за раз, теперь у меня уже получается почти 9000 только заблокировано. 220 посчитали роликов против меня в интернете стоит. Путину далеко еще до такого поношения. А почему? А потому что это моя слава. Радуйтесь и веселитесь. Да благословит Господь всех гонителей, хулителей, ибо они не знают, что делают. Худо. Я молюсь только, чтобы их безумие в судный день Бог не помянул. Вот так. Вот все отправляем. Представь себе. А они могут отправить? Да чего не отправить? Ничего у них и нету. Да их кто и знает. А мы полный комплект, у меня 38 книг. Сан-Франциско отправили. В Испанию. В Испанию, значит, в Австралию. 38 книг. Это 750 евро. Ну и пересылка 150-200, потому что очень дорого туда идет. Это то, что у меня осталось. Из 1000 экземпляров изданных, 650 подарены. Подарены по библиотекам мира. 650 городов проехали. Везде платили даром. На 35 миллионов рублей подарили. А что эти могут гонить или хулить? Да у них ничего и нету. Это все зависть делает. А нам завидовать некогда. Так, 3 поклона. Человек выходит на улицу. Володя, ты когда идешь, я всегда успеваю по наружному наблюдению, с тобой молюсь. Вот оно что. Вот оно что. Болящий пришел. 2 сумки. Вот кто-то поставил машину. Вот. Зачем она тут стоит? Подожди-ка, я посмотрю. Уже говорил, тут не ставить. Я думал, что это ко мне подъехали.
Все, Володенька. Володя пошел на главпочтамт, сдает. Что интересно, почта работает. Сразу дают число идентификации по данной посылке. Сразу посылаем, ее можно следить, где она, ну, остановку делает. Остановку там, пересылка, перегрузка и вот это вот. Вот такое дело. Вот так. Вот, вот у нас в ограде все почти уже, ну там, где горка была, там еще есть, и здесь вот с крыши много брошено было. А остальное все уже почти ушло. Вот мои голуби, это наружные тут. Но тут немного у меня голубей, 25, а в деревне на голубяте 45. Вот 70 голубей прокормили зиму. Благодаря барабашу Игорю. Если бы он отходы не давал, ну и все, парочку держал бы. Богу слава.